с этого девайса, но здесь Flamplight жмет очень быстро с юмпом. И, кстати говоря, он. Да они там просто горят сейчас всей командой, разбираются с Flamplight'ом, но остальные остаются очень сильно битыми. 17-35 хп у двоих, соответственно. И смоук задавили по Джену. Теперь в большинстве Flash Gaming. Ну, все, задавили банан. Теперь уходит дальше обратно. Уже к себе в точку Б. Звено. Команда защиты и. Лок фуловый, он как раз таки идет, кстати говоря, первым танковать весь урон, но там реакшн. Они будут вообще в план запускать, по всей видимости, да? Да? Да. Будут запускать. Ну, точнее, не запускать в плент. Ну, эйтбол просто и так, что противник, когда на лесте только будет, он будет их видеть, а реакшн. Ой-ой-ой, лок. Стоял в полупозиции, видимо, лок и там какой-то был виден. И сейчас у эйтбола огромный проблем, хотя фулблайте забирает первого, забирает второго, и также спрям еще и третью хоронит. Это жесть просто какая-то. Это эйс. Это очередной эйс, то есть.